В регионе стартовал процесс лицензирования управляющих компаний. Губернатор подписал постановление, которое определяет порядок формирования и организацию работы лицензионной комиссии. Она уже формируется, после чего персональный состав будет представлен главе региона для утверждения. Ожидается, что туда войдут депутаты губернской думы, представители областной госжилинспекции, администраций и общественники. Заседания будут проводить не реже 2 раз в месяц. В госжилинспекции уже подготовлен и утвержден административный регламент предоставления госуслуги по лицензированию, формы документов, изготовлены бланки лицензий и квалификационных аттестатов. Таким образом, с 1 мая 2015 к работе будут допущены лишь те организации, которые получили лицензию. А недобросовестным управляющим компаниям придется уйти с рынка. Так в регионе планируют решить накопившиеся проблемы в этой сфере и усилить контроль, в том числе и общественный. О необходимости навести порядок в ЖКХ неоднократно говорил губернатор. В своем послании к депутатам областного парламента и жителям области он подчеркнул, что сейчас эта работа приобретает особое значение.